«Рисуя звезды» – так называется совместный проект Государственного архива новейшей истории Ульяновской области с областной библиотекой для детей и юношества имени Аксакова и обществом знания. 108 минут, который находился Юрий Гагарин в космосе, действительно перевернули абсолютно весь мир. Перевернули все то представление о возможном и невозможном. И наш космос, который мы тогда видели очень далеким и непостижимым, заговорил по-русски. Основу выставки составили репродукции картин, созданные героем Советского Союза, летчиком-космонавтом, первым совершившим выход в открытый космос Алексеем Леоновым в соавторстве с художником-фантастом Андреем Соколовым. За многие годы творческого союза Алексей Леонов и Андрей Соколов выпустили 7 альбомов со своими картинами. Теперь репродукции картин из альбома «Космические дали» смогут увидеть ульяновцы. Все репродукции из семейного альбома участника космических программ, реализуемых на космодроме Байконур, Рената Адыевича Ильязова. Здесь из фондов архива мы представили и фотографии, материалы периодической печати. Это, конечно, материал моего дедушки, это сертификат участника космической программы в рамках реализации интеркосмоса, это автографы космонавтов, в общем-то, очень много интересного. Документы и материалы периодической печати из фондов Государственного архива новейшей истории Ульяновской области рассказывают реальные истории космических полетов СССР, а также совместных полетов в рамках программы «Интеркосмос», ставших сюжетами картин. Среди них полет космонавта номер один Юрия Гагарина, запуски кораблей к планетам Марсу и Венере, изучение поверхности Луны, работа орбитальных станций и многое другое. Выставку дополнили более 120 книг на космическую тематику, в том числе книги Алексея Леонова из областной библиотеки для детей и юношества имени Аксакова, где находится выставка. В день открытия выставки на связь с ее гостями вышел российский космонавт-испытатель, начальник лаборатории по созданию комплексных тренажеров, перспективных транспортных кораблей, центра подготовки космонавтов имени Гагарина, участник 240-го суточного эксперимента «Сириус-2021» по имитации полета к условной планете Олег Блинов и его супруга, космический блогер Екатерина Блинова. Ирина Антонова, Олег Тончин, Улправда ТВ.